Ну, смысл вот этого всего движения и этой игры, это чтобы повлиять на молодежь, чтобы реально ее изменить. Да, наша цель – это духовно здоровая, морально чистая, физически развитая молодежь – это наследство Украины. И это инструмент, через который мы попробуем действительно повлиять на молодежь своим авторитетом, своим мастер-классом как игроков и как тренеров. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gonna make you lose your mind. Woo! Everybody just have a good time. Clap. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it, baby. And we gonna make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Shake that. Только что достал Quest 2, я могу рассказать про эту плюшку не больше, чем 10 слов. Круто, и это класс. Почему? Я даже с ней не тренировался. Когда я приехал в Киев, мне ее дали новую, мне не было возможности там делать дриблинг, еще что-то. Я с ней сразу вышел на поле и за пару минут отдал точный пас и забили гол. А на второй раз я забил гол с воздуха. Что это значит? Что лопатка большая и есть много возможностей. Идеально для украинских спортзалов, где пол просто неровный. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Shake that. Shake that. Intrycken från vistelsen i Ukraina och mästerskapsturneringen? Jag måste nog säga att jag har nog aldrig sett en sån samling människor med sån lust och hjärta för någonting och drivkraft och åt samma håll som här inne. Jag spraschade, какое впечатление на соревновании? Вы говорите, я, наверное, никогда не видел группу людей, такую большую группу людей, которые сердцем так относится к флорболу и к любимому делу. Помните, я вам рассказывал про клюшку Quest 2? Ну, извините, она мне сломалась.